Здравствуйте, я педагог дополнительного образования ДБЦ «Росток» в объединении Fashion Style Мухамедьянова Алия Шамильевна. Сегодня мы будем делать цветок из ткани. В дальнейшем его можно использовать для дополнения к аксессуару для тематического маскарада Хэллоуин. Немножко о празднике. Хэллоуин – современный международный праздник, история которого уходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается каждый год 31 октября. Канун Дня Всех Святых. Одним из самых знаменитых атрибутов является тыквенный фонарь или светильник Джека. Для этого вырезают гримасу и ставят туда свечку. Другим важным атрибутом является маскарад. Популярны костюмы из фильмов ужасов, например, «Мумии» и «Чудовище», «Деревенские пугало». Традиционными цветами являются черный и оранжевый. Впервые маскарадный костюм зарегистрирован в 1895 году в Шотландии. Сами костюмы значительно эволюционировали за прошлый век. Приобрели яркие образы, а сам праздник превратился в шоу. Так давайте же попробуем сделать украшение – ободок к тематической вечеринке в стиле Хэллоуин. Ободок можно дополнить зловещим макияжем или просто использовать во время обычной фотосессии. Для этого нам понадобится ткань, желательно органза или атлас, ножницы, карандаш. Так, возьмем ткань. Вот у нас такой небольшой кусочек. Сложим пополам. Нарисуем окружность. Можно от руки. Мы же будем повторять живые цветы. А живые цветы, они не всегда правильной формы. Два круга можно сделать большие, и затем уже идут на уменьшение. То есть все листочки у нас будут разного диаметра. От большего к меньшему. Так, и приступаем. Начинаем вырезать. Для того, чтобы ткань не ерзала, можно закрепить иголочками английскими. Ткань складываем вдвое, чтобы у нас получилось сразу два листочка. Вот таким образом у нас получается два листочка. Теперь вдеваем нитку в иголку. Если у вас не получается, попросите взрослых. У меня есть готовая. Так, давайте начнем с самых маленьких листочков. Здесь у меня уже готовые. Найдем самый маленький. Так, и не забудьте сделать узелок, и будем по кругу пришивать друг за дружкой. Тем самым у нас будет получаться цветочек. Вначале он у нас будет маленький, так как мы взяли маленькие листочки. Так, и продолжаем пришивать по кругу наши листочки и берем все больше и больше диаметр. Используя разные ткани, можно получить разные эффекты у цветочка. Можно даже попробовать взять и джинсовую ткань. А можно с помощью органзы получить легкий невесомый цветочек. Смотрите, у меня
оттенки очень схожи, но они все равно разные. И за счет этого получится очень интересный живой цветок. Можно взять от светлого к темному или наоборот от темного к светлому. Или, как в моем случае, просто использовать разные оттеночки приближенные. Допустим, розовый можно взять, фуксию и переходя, допустим, в красный, бордовый. Тоже получится очень интересные эффекты. Но если у вас нету только оттеночков, то можно использовать тот цвет, который у вас есть. Вот таким вот образом мы словно наращиваем листочки. Делаем красивый цветочек. Так, я заканчиваю цветочек. Вот, сделаем узелок. То мне желательно двойной, чтобы наш цветочек не распустился, не убежал. Так, вот он какой красивый у нас получился. Так, теперь берем ножнички, срезаем, да? Или можно сразу... Давайте представим, что это у нас акцентный большой цветок. Так, возьмем... Сейчас сразу покажем, как сделать ободок. Возьмем какую-нибудь ткань, которую вам не жалко. И пока давайте представим, что он у нас будет в середине создавать такой акцент. Будет привлекать внимание. Давай пришьем его, используя пару стежков. Так, дальше какой? Давайте розовый, да? Маленечко подцепим. Тут уж в зависимости от того, какие у вас цветочки будут. Но желательно, чтобы они все были разные. По размеру можно и по цветам разные тоже собрать, будет интересно. Туда можно добавить бусины, бисер, бисерную такую вот веревочку интересную, да. Можно добавить сухие цветы, вот такие вот дополнение, допустим, да? Все, что вашей душе угодно, все можно туда использовать. Не бойтесь переборщить. Вот такой вот интересный ободок у нас получился. Его можно дополнить зловещим макияжем, платьем. И будет готовый образ к Хэллоуину. Тематическая вечеринка. Или можно просто сделать весеннюю фотосессию. Удачи вам!